немножечко в сторону, можно? Так, товарищи корреспонденты, поаккуратнее с избирателями, пожалуйста. Дайте им подойти и пройти спокойно. Пройдите, пожалуйста. Так, пожалуйста, извините, пожалуйста. Давайте, давайте, направо, 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 направо. На нас тоже посмотрите, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Еще на нас. Геннадий Андреевич, приведи меня на Хорошо, хорошо, быстрее, пожалуйста. Геннадий Андреевич, будет второй тур? Так, я лично голосовал за Россию. Образованную, здоровую, умную, преуспевающую. Убери ты там, товарищ. Хочу, чтобы граждане страны чувствовали себя людьми, а не крепостными и военными.